Так, я немножко прервался. Продолжим дальше. Так, налетчики. В домике никого нету. Ну ты шлепаешь, когда бежишь. О, еще один винтарик. Отлично. Тут никого. Так, я, наверное, его дам нашему персонажу. И патрончики, патрончики есть у тебя? Нету. 81. У этого тоже нету. Значит, дадим где-то 40-ничек. Отлично. Так, у него 55, у нее 53. Отлично. У этого вообще 59. Ему тоже такую винтовку надо. Так, навыки у них. Скрытность, скрытность у них. О, у глазастика скрытность. Так, а как сделать скрытность? Ого! Вот это круто. Чем он стреляет, интересно? Да давайте уже завалите, вдвоем валите, но. Да что ж это такое? Ха, хотел пнуть. Ползет, ползет. Как его не заметил, а? Так, я хотел проверить, как будет скрытность сделать. Невозможно сделать скрытность. Почему? Так, а если этот забежит сюда? А, вот он в скрытности. Значит, нужно уползти, чтобы никто не видел. Невозможно. Вот. Видимо, вот этот. Если я вижу какого-то врага, я не могу сделать скрытность. Гарпун. Берем, продадим. Так, ладно, сейчас нам скрытность не нужна. Больше никого здесь нету. Так, полочки. Патроны и ментаны, да? Ментат. Какая зеленая кровища, когда ее не видно. Так этого я обыскал, по-моему. Да, есть. Так, будем заходить издалека. С двух сторон. Бежим сюда. За пенек. Оп. Типа спрятался. Шов, подползай с двухстволкой. Почему она его не видит? А, вот видит. О, и этот заметил. Отлично. Так что все. Здесь никого. Привстань. Никого вроде, да?
дверь. Открыл. Чё с незаряженным ружьем бегаешь? Так, налетчик. Еще одна помповая, патроны. Вот это хорошо. Ящик. Еще патроны. О, эти самые. Стимуляторы и коктейль Молотова. Отлично. Уже на следующее задание мы пойдем вооруженными. Так, здесь не пройти. А, вот здесь дверь. Значит, надо всем заходить сюда. Что у нас тут? Ага, ребятки стоят. Глазунья. Так, ты со своей двухстволкой, наверное, вдоль стеночки крадись. А мы пойдем издалека мочить. А, вот этого он заметил. О, отлично. О, хорошо. Вот этот прикрывает отлично, если кто-то подбегает. Ну, этот самый хорошо луп. А, она из-за машины не видит его. Поэтому. Диалоги такие у них, реплики. Так, что тут у нас еще, да? Ты сильно далеко не ходи, а то эти засекут издалека. Но здесь пролезть нельзя. Ладно, идем сюда к краю. Подходим ближе. Тридцать один. Бегут, бегут, бегут. Вали! Почему у нее ноль? Как она плохо стреляет все-таки. У этого 51. Так, она кого засекла? Кого-то заметила в последний момент. Так, здесь никого. Обыскать. Дубина. Железная труба. Так, сюда. Тут еще один был, да? А этот куда делся? Раненый убежал. Так, за машину, наверное. Вдоль стеночки. Еще лабиринты сделаны с колючей проволоки. Так, этот пусть сидит, наверное, здесь, если кто-то встанет, чтобы можно было обстреливать. Это с двухстволочкой пойдет поближе. А, вот он, налетчик. Идем к налетчику. Есть у меня уже такой.
Так, крадемся. Куда ты? Давай сюда. О, вот еще винтовочка. Вот это отлично. И патронов 64. Ну давай, ты же его заметить должен, ну. О, чтобы он встал. Отлично. Опять сел. Отлично, со всех сторон заметили его. Так, все, подкрадываемся сюда. Идем с одной стороны. Давай уже вставай. Хватит скрасться. Да вставай ты уже. Так, надо обыскать вот этого. Стимуляторы, так, ящик. О, отлично, аптечка и гранаты. Это гранаты зажигательные. Седой. Так, проверим, если кто-то в этом здании. Забежим с этой стороны. А вы, ребята, через пролом. Стойте. Глазунья. Ящик наверху. И лестница, там кто-то есть. По-моему. Ага, красавчик. Стоит тут такой, прислонился. Заметили. Давай, давай, шов. Так, как же его выманить? Где-то тут где-то бегает. Шов, шов, шов. Так, этого сейчас добьют. Возьмем двухстволочку. И, наверное, слазим сюда. Стой, 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 назад. Сохранимся вначале. Сидит. Красава. А, еще и этот заметил его, как встал сразу. Голова вылезла. Винтовочка, отлично. Так, меняем. Ящичек. Хорошо. Отличные припасы. Так, будем выманивать этого парня. Шов, пробегись. Побежал не вовремя. Глазунья, уходи из-под удара. Да что ты тут мне машешь? Кастетом своим. Ну, потрепал немного, но... И как раз выбежал какой-то тут тоже подраненный. Так, вон он. Ничего такого, что могло бы помешать тебя завалить. Ух! Это кто? Красавчик сидит. Обходим.
куда ты так боком бегаешь? Лови его. Серьезный мужик. Так, надо выходить на эту огневую позицию. И сносить его. Этот вообще не стреляет. Только так. Вообще не стреляет, ну, приятель. Отлично. Как это надо дробовик дать? Снаряженница. Зайди к нему в спинку. А, там еще один. Вот так. Собака там, стрелок еще. Он стрелять не может, не видит. Ну ладно, это и хорошо. Собираем все барахло. Вот еще одна винтовка, отлично. Так, как же к ним зайти-то? Сзади. Здесь никого не было. Собакевич-то побежит. Давай. Да вы вмажьте, ну. Собака. Отлично. Отдышка. Отдышись давай. Да, давай ты уже. Пистолет у него. Отлично. Куда ты стреляешь? Так, все сходимся сюда. Здесь у нас выход. Немножко подраненные. Так, снаряжение, что у нас там есть? Погрызть. Целебный порошок, давай тебе. Глазу не отдам. Он понижает что-то, нет? Здоровье повышает, да? А восприятие не ухудшается? Придает сонливость. Классно. Двоих накормил сонным порошком. Отлично. По-моему, у них восприятие ухудшилось. Так, винтовку сними. Бери вот этот аппарат. Товарищи сонные. О! Давай, давай, давай. Блин, что у него там было? Узик, узик. Узяшка. Выходим. Да стреляй. Ах ты, цепанул меня как, а? Что можно съесть? Так, мясо выкидываем протухшее. Двоенные пончики. Еще. Давай уже, доедай. Пончиков нарубаться. И в бой. Да,
у них веселая сонливость, если он с такого расстояния не мог снять. Так, здесь ничего. Там где-то они бегали по территории. Так, сохраняемся. Так, немножко вышел в меню. Прибрал звук шумов разнообразных, а то сильно, по-моему, забивает. Так, что у нас тут внутрях? Маузер. Берем, все продадим. Все продается. Так, где-то они здесь по территории ходили. А, вот гаврик. 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 О, у нас уже увидел. Так, она его видит? Отлично видит. Отлично видит. Хорошо стрельнула. Так, подожди. Внутрь, погоди, не ходи. Сейчас мы обойдем здесь территорию. Чуть-чуть. Давайте уже стоя будем ходить. Винтовка, ну вот такая же, как у нас. За углом никого. Так. Вот мы их и запалили. Трое внутри и нас ждут. Сундук, ящик. Так, хорошо, я сейчас обойду вокруг. Никого. А, вот еще один. Тут у нас лестница. Сейчас сохранимся и сползаем. Может быть, можно через эти отверстия в потолке завалить их. Так, мы никого не видим. Ух ты! Наверху был налетчик. А, нет, он внизу был. Он был внизу, он через это отверстие его убил. Значит, можно их увидеть. О! Кто там? Кого мы видим? Никого, да? Кто-то двинулся просто. Там кто-то ходит. Или это мои бегают? Никого не видно. Придется брать штурмом в лоб.